Друзья, всем привет, с вами Никита Дилей, и добро пожаловать на Зеленую долину. Для начала, друзья, пробежимся по нашим полям, как обычно, и заводикам, посмотрим, что у нас вообще происходит. На 16-м поле, в общем-то, у нас, как обычно, идет уборка. Здесь у нас растет ячмень, и, соответственно, наш дон, точнее, ротор на пару с КАМАЗом сейчас все это дело здесь убирают. Два валерона. В принципе, все как обычно. Да, пропускаются тут кусочки, но это из-за рельефа. Вроде как, в общем-то, эти парни справляются, поэтому не будем их трогать. Солому не отделяем, потому что она нам, по сути дела, нахрен сейчас не упала. Пускай, в общем-то, распыляет. Для почвы будет полезно. Далее, друзья, 22-е поле и, соответственно, БГА. То, что у нас здесь находится. Тут у нас работает наш 1221. Он занимается у нас удобрением. Точнее, посевом и удобрением одновременно. Мы это все, друзья, на стриме. У нас стрим был недавно. Мы это там все дело запахали. Соответственно, тут все удобрено, посыпано известью. В общем-то, почва прям в охренительном состоянии. И сеем мы сюда, как обычно, кукурузу, которая дальше пойдет у нас на силос. Процесс этот будет очень долго, потому что в сеялке очень маленький будет бункер, и он одного круга не смог сделать на полном бункере, то есть он очень будет часто ездить пополняться. Но, в общем-то, пускай работает. Также, друзья, у нас полностью забит ферментатор, в нем уже 1 000 000 переработанного силоса и 383 куба сечки внутри лежит, которые ожидают своей переработки. Мы ее сегодня, наверное, запустим продаваться. Силос готовый, я имею в виду. Освободим до конца, когда хранилище дегистата. Сколько там осталось, кстати? 313 кубов там осталось. У нас ЗИЛ до сих пор ездит, его продает. Он 2 раза полностью бак топлива потратил. Но там, в принципе, много было этого самого. Сырья еще, которое тоже бункер забит был. Ну, в общем-то, такой длительный процесс. Ну, в общем-то, он нас не трогает, мы его не трогаем, все тут прекрасно работает, ездит, продает этот сраный биогаз, никаких проблем не вызывает. Плюс копеечка какая-то. Вон, кстати, он и едет. Ну и на 7-м поле, друзья, у нас трудится наш любимый зилок. Он посыпает тут все это дело известью, потом это все тоже надо будет обязательно перепахать, удобрить, в общем-то. Тоже на стриме, кстати, мы убрали хмель. У нас болтушечный стрим был, просто уборкой занимались. Веселый, кстати, был, если что, можете пересмотреть. В общем-то, полевые работы у нас в самом разгаре, потому что 9 утра и самое время поработать. Также у нас тут МТЗшечка ждет своего часа. После удобрения запустим ее работать. Ну а у коровок все хорошо. У нас опять забился, кстати, наш кормосмеситель. Но у коровок вроде как еще хватает еды. Да, еще 50 кубов у них моносмеси есть. На один день им точно хватит, друзья. И мы на следующем стриме, когда он будет, мы забьем... Мы полностью опустошим, во-первых, его. Засыпем все коровам, то, что влезет. Я так понимаю, им влезет все 100 кубов. И полностью забьем вот тут и силос, и траву, и солому, короче. Всего сюда накидаем. Это, знаете, такая работа, которую это именно на стриме надо делать. Кстати, у коровок вон до приплода написано 20 часов, то есть завтра, на следующий день, у нас будет как минимум новая коровка. Как минимум одна. Это прикольно. Почему у них производительность всего лишь 99%? Ну, то есть всего лишь. Но почему не 100? Ладно, не буду в это лезть. Также, друзья, у нас тут закончили работу наши все работники. Как я и говорил, свою смену они все отпахали, оттрудились. Соответственно, на угольной шахте 3 уставших нас ждут. Ну и, соответственно, у нас тут еще припасено 5 человек-то. Ну и на наших обоих карьерах по добыче песка и гравия тоже есть по одному валерону, которые хотят до мойки. Их надо, друзья, будет туда отвезти. Точнее, отвозить-то мы их не будем. Мы их, по крайней мере, всех соберем тоже еще одного газона вот такого купим, а этих, соответственно, высыпем туда. И узелка опять низкий уровень топлива. Ну вот как это надоело уже. А вот, кстати, друзья, еще заметил такую штуку. Не пополняется нынче дегистат. Кто там заправляется? ММЗ. А, это другой ЗИЛ. Это ЗИЛ, который известью занимается у нас, удобрением. И он заправляется. А, там маршрут у него на пополнение мимо заправки проходит. Только что-то я не понимаю, что происходит. Но, друзья, я не об этом хотел сказать. Я хотел сказать о том, что не пополняется дегистат нынче. Обновил я глобал, последний поставил. И них и все перестало работать. Поэтому придется, в общем-то, откатываться на версию 1.3.1. Не хочет он жидкости водить, и это на самом деле очень плохо, потому что у меня сегодня были планы немножко ее повозить. И это говно может не сработать, и я очень сильно расстроюсь. Ладно, пускай пока стоит здесь. Посмотреть, что у этого пацана. Что-то он не то делает. Что с тебя поближе поставить? А, у нас здесь топлива нету. Ну, ясен пень, вот что он делает. Ну ладно, ему вроде как должно хватить топляка еще удобрить поле, и пускай работает, в общем-то.
А мы, друзья, переходим в магазин. В магазине нам нужно купить еще одного газона для перевозки рабочих, в котором у нас будут храниться, что ли, короче, уставшие работники. Вот такой вот газик у нас один такой уже есть. В общем-то, как в первом сезоне я делал, чтобы не путаться с этими работниками, я предпочитаю вот иметь два газика. Блин, Global вот меня сейчас вообще расстроил, потому что он на самом деле все планы рушит. В общем-то, поехали собирать рабочих, которые у нас уставшие есть. И самое близкое место — это наш карьер по добыче гравия. Заберем сначала пацана оттуда. Так, друзья, смотрим, что у нас тут. Во-первых, стоит уставший Валера. Накопал он нам почти 60. Почему 59,666? Почему нельзя было накопать нормально 60 кублов и тогда заканчивать работу, а? Что ж ты такой лентяй-то? 12 часов прошло, все, типа, смена закончилась. Устал? В общем-то, есть у нас вот эта вот куча. На следующем стриме мы эту кучу отвезем на стройку. На стройку плотины. Именно туда нам нужен этот самый гравий. Ну ладно, в общем-то, полезай в кузов тогда. Что уж тут взять-то? И поедем на угольную шахту. Будешь теперь жить здесь. Главное, около гаража тебя не хранить, наверное. Сейчас еще поймать триггер, потому что тут тоже все это... О, есть, усталый работник. 500 литров. Ну что, Валера, ты появился? Не появился. Ай, как это все так... Ладно. В общем-то, погнали на угольную шахту. Оттуда заберем валеронов старых, новых, короче, туда. Так, здрасте, ребята. А ну-ка, полезайте, коль устали. Во, начали появляться. Тоже 3 почему-то показывается. Ну ладно, в общем-то, так это работает. Тут у нас, друзья, работа пошла. В принципе, это ненадолго, потому что все сделано по-конченному. Там, в общем-то, сейчас осталось немножко работника. Видите, 1% заполнения есть, хотя 0. Тут проблема округления, я не знаю. Мне кажется, знаете, в чем проблема? У нас же постоянно какой-то вот лишние вот эти вот литры появляются. Мы сейчас сюда зайдем вот в этот триггер, и мы сможем еще загрузить чуть-чуть, и он тогда прогрузится, четвертый, последний здесь, которого мы собрали. Короче, у нас в итоге этих литров будет копиться со временем, просто мама не горюй. Во, все закончило. Сейчас смотрите, если мы словим триггер, у нас тут реально еще один Валера сейчас нарисуется. По крайней мере, должен, в теории. Не нарисовался. Но выбранный бункер пуст. Ну и ладно. По крайней мере, мы знаем, что там точно ничего нету. Давайте очередную партию туда высыпем. Стой, куда ты полетел? Два газона. Такс. Высыпаем. А что у нас еще 1000? А, все правильно. Короче, я не знаю, как это работает. Эти рабочие пропадают и в общем-то, да. Я уже 500 раз об этом говорил и, в принципе, не устану повторять. Что вроде как все хорошо, а вроде как все через жопу. Ой. Вот это сейчас было очень опасно. Такс, выставляем. Давай, Валера, едь за нами. Дама повезет здесь и, блин, на самом деле это страшно. Тут такие уклоны. Ну и ладно, в общем-то, погнали мы знаете куда. Мы едем на карьер песка. Ну и здесь, друзья, у нас картина абсолютно точно такая же, как и на карьере, который у нас гравий добывает. По-моему, точно такое же количество песка добыл работничек наш, который он стоит. Валерка очередной. Все на одно лицо здесь. Поэтому давайте сначала загрузим уставшего, забираем и выгрузим сюда новенького, свеженького. Будет на экскаваторе копать песочек для нас. И, собственно, то же самое на следующем стриме, который у нас будет по Зеленой долине. Так, ловись давай, рыбка большая и маленькая. На следующем стриме мы этот песочек отвезем. А, он опять пошел работать. Боже мой, как это все надоело. Ладно, пофигу. Выгрузим то, что есть. Ничего страшного. То я все двигатели заглушил, что-то я совсем кнопки стал путать. Такс, давай, выгружайся. Хоп, и есть. 500 осталось, отлично. В общем-то, его давайте вот так вот подцепим. И поехали, заедем еще раз на карьер по добыче гравия. Потому что работника мы оттуда забрали, а выгрузить свеженького мы не выгрузили. У нас как раз один остался в газоне, который сзади едет. В общем-то, поехали на гравий. Yeah.
Такс, и здравствуй, карьера еще раз. В принципе, вот этих уставших пацанов можно бросить здесь. И в следующий раз будем их забирать. Начнем опять-таки вот отсюда. Например. Так, что ты приехал? Приехал. Давайте-ка последнего Валерку выгрузим туда. Пускай работает, пускай копает. Так, хоп, отлично. Все, это есть. Соответственно, вот этого газика, который у нас с уставшими работниками, мы оставляем здесь. Пускай ждут, пока этот смену отпахает. Потом забьем его полностью и отвезем на остановку. Вот этот пока оставим здесь, но вообще он нам сегодня еще понадобится. А тем временем, кстати, у нас закончилось удобрение, в смысле процесс удобрения, и поэтому мы запустили МТЗ-шку пахать это поле. Времени у него, наверное, уйдет много на это, но опять-таки мы никуда не торопимся, поэтому пускай пашет и все у него получится, все будет нормально. У нас вот такой вот широкий плуг есть, оказывается, он всего 4 метра шириной, ну 4 с копейками. Выглядит он реально очень массивно, я думал метров 12, ну как бы, я не знаю, почему я так думал, но на стриме для меня это стало прям открытием, почему-то я очень сильно удивился этому. Короче, он пашет и все нормально, пускай пашет. Да и уборка поля, кстати, тоже закончилась. Довольно быстро у нас это все убралось. Люблю, когда быстро все делается. Это прям хорошо. Ну и мы, друзья, переходим к самому интересному в этой серии. По крайней мере, для меня так точно. Перед нами, друзья, маленький пивоваренный заводик, который будет делать нам пивасик и квас. И эти продукты мы уже будем именно продавать. Они у нас нигде копиться не будут. Ну, то есть мы, может, их будем копить, но это все будет продаваться, они ни в какую переработку никуда не пойдут. И, в общем-то, наша задача сегодня купить это все дело и запустить. Соответственно, можем глянуть, что сюда надо. Сюда нужен ячмень, который мы сегодня собирали, и у нас еще до хрена его было в остатках. Хмель, который мы такие для этих целей тоже растили. Палеты и питьевая вода. Все это у нас есть. Плюс надо 3 валерона сюда привезти. На выходе у нас пиво, бочковое пиво, квас и отходы. Отходы, я так понимаю, потом будем тоже на БГ сбрасывать. В общем-то, они будут продаваться, перерабатываться в дегистат и так далее. Соответственно, вот сюда вот, насколько я понимаю, нужно привезти хмель и ячмень. Тут 2 триггера. Куда что сыпать, хрен поймешь. Сюда, насколько я понимаю, нужно воду будет привезти. Ну, а сюда, наверное, палет. Куда работяг выгружать, хрен его знает. Или там наоборот пиво, сюда вода. В общем-то, покатаемся, разберемся. Мы это все дело сегодня запустим. То есть по одному прицепу, по одному кузову всего этого сюда добра сюда привезем. А забивать его на 100%, как вы уже догадались, будем на стриме. Так что следующий стрим, походу, у нас реально очень много работы на него. Как-то так. В общем-то, погнали. Для начала, конечно же, это все дело надо купить. Стоит это 227 тысяч. У нас в прошлой серии в конце там около сотки оставалось. Пришлось даже контракты какие-то повыполнять для того, чтобы денег себе пофармить. Так что теперь это наша собственность. И давайте посмотрим вообще, сколько сюда всего влазит. Ячменя 50 кубов, хмеля 50 кубов, палеты 4000 литров. Это один или два палета. Палеты, кстати, мы будем покупать. Я больше не собираюсь их производить, как-то надоело. И питьевой воды 60 кубов у нас влазит сюда. Ну и 3 работника. Так что... Короче, по одному прицепчику всего. Воду я планировал поставить на Валерку, короче, работать. Но судя по тому, что Global отказывается продавать дегистат, я очень сильно сомневаюсь, что и это будет работать. Поэтому, когда обновим, тогда... Точнее, не обновим, а откатимся. Тогда, в общем-то, и... Ну и запустим. Ладно, погнали сюда, в общем-то, все это дело возить. И начнем мы, пожалуй, друзья, с сыпучих продуктов. Нам нужно привезти туда хмель и ячмень. Ячмень мы только собирали, я даже вот из последнего КамАЗа не выгружал на базу все, что у нас там собралось. Ну и пришлось мне сюда пригнать Урал, потому что я до сих пор почему-то не купил еще один прицеп для зерновых какой-нибудь. К следующей серии, обещаю, друзья, что-нибудь прикупим. Ну, ничего не тебя, скорее всего, это ПТС-11 будет. Ну, а пока, в общем-то, вот на этих двух пацанах нам придется это все дело вести. Погнали, начнем с того, что дополним весь прицеп на 100%, в общем-то, дополним на 100%. Короче, еще ячменя сюда жахнем немного. Ну, а, кстати, его 165 кубов есть. Ну, да, это не первый урожай. Мы уже выращивали ячмень, потому что я знал, что у нас пиво будет одним из первых производств. Это было вполне ожидаемо. С этим ничего не поделаешь, я такой. Давай, друг, мы тебя поставим вот сюда и стой, жди. А сами мы тогда перемещаемся к нашему Уралу. И на нем мы повезем хмель. Хмель у нас хранится в хранилище корнеплодов почему-то. Я не знаю, почему он именно там хранится. Ну и ладно. Автор карты так захотел. И бог ему судья. В общем-то, загружаем это все дело. Даже не дает выбор. Тоже какой-то скрипт тут
неправильно используется. Хмель, я так понимаю, мы тут больше загрузим, потому что тут вроде как 20 кубов у нас вылазит, а еще у меня 15 всего. Но неважно, опять-таки говорю, наша задача запустить сегодня это дело, а не забить. Просто запустить, посмотреть, как работает, и выпить стаканчик первый пивасика, которая там будет. Нанимаем, в общем-то, Валерона, который у нас повезет. Будет ехать за нами, а сами поедем на КамАЗе. Не знаю, почему вдруг я решил на КамАЗе ехать, но без разницы. КамАЗ, кстати, быстрее. 85 ездит, а Урал 80. Но мы все равно не погоним сильно быстро. В общем-то, едем на пивзавод. Ну вот, друзья, мы и приехали. Быстро добрались, правда? Ладно, меньше слов, больше дела. Давайте-ка выгрузим то, что мы сюда привезли. Сначала ячмень, потом хмель. Какой-нибудь триггер, это все должно залететь сюда. Нет, видимо, на правый. Да, правый там где-то оно подловилось. Оп, отлично. Пошла жара. Скоро запустим, скоро будет пиво, мать его. Хорошо. В общем-то, КамАЗа мы бросаем, наверное, вот здесь. Вообще всю технику, скорее всего, мы бросим здесь. Куда-нибудь его надо запарковать, чтобы он сильно не мешал. Например, вот сюда. Там бочка какая-то стоит, увы, мы не можем ей пользоваться. Хотя она на нашей территории, но мы все равно не можем ей пользоваться. Вот я в душе не знаю, газон это или ЗИЛ, и как это отличить. Вот хоть убейте. Мне кажется, это газон, потому что автор карты больше любит газоны, чем ЗИЛы. Ну и ладно. Далее у нас идет хмель. Его тоже надо разгрузить. Видимо, уже на левый триггер. Да, разные зачем-то зоны разгрузки сделаны. Ну и ладно. Хмель, в общем-то, тоже у нас разгружен. И паркуем нашего Урала примерно туда же, где и КамАЗ стоит. Хотя, мне кажется, здесь он уже будет мешать, если будет третьим стоять. Давайте с обратной стороны. Там он вроде как не должен будет мешать. Во, вот сюда. Нормально же? Нормально. Все хорошо. Хмель и ячмень у нас, в общем-то, есть. Осталась питьевая вода, палеты и работники. Начнем, друзья, мы с питьевой воды. Питьевая вода у нас, друзья, добывается на нашей скважине, которую мы купили вместе с песчаным карьером и угольной шахтой. Сюда, в общем-то, надо 5 кубов топлива было закинуть, и 1200 литров потрачено, и уже 120 кубов воды нам накачало. Правда, медленно очень работает это все дело, потому что мы очень давно это все дело купили. Но ничего. В общем-то, питьевую воду на данный момент у меня может возить только вот эта бочка. Она всего лишь на 3 куба, надо 60, то есть 20 поездок. Я, как я уже говорил, надеялся нанять Валеру на эту работу. Но, увы, сегодня у меня неправильный глобал стоит. Послушался совета, обновил, а не надо было. Но, как я уже говорил, наше дело сегодня запустить это все дело, и мы запустим. Поэтому нам надо одну бочку туда отвезти, поэтому садимся, наполняемся. Тут прям анимация даже есть. Круто. Заводим МТЗ-шку и в путь-дорогу на пивзавод. Повезем мы воду, чтобы из нормальной воды у нас сделался пивас. Так, в общем-то, сейчас будем искать, куда эту самую воду надо выливать. Но это то ли справа бочка, то ли слева, которая была. Мне кажется, вот сюда почему-то. Не? Не сюда. А, тут у нас что-то наливается. А, может быть, тут квас, пиво, я не знаю. Нет, с другой стороны, логично, конечно, и сюда выливать куда-то, нет? Сюда... что у нас здесь? Здесь у нас работник, наверное. Клубника, палеты, сахар, подсолнечник. Твою мать, я не на ту фабрику заехал. Я понял. Погнали на пивзавод. О, кто-то, я думаю, что-то не так. Погнали искать, куда нам что вылить. Видимо, сюда. Нет? Не сюда? Не сюда. Тогда, наверное, вот сюда. Да, вот сюда. Там, где у нас все ресурсы, туда выливается и вода. Блин, я думаю, что мы даже порцию не увидим, даже пиво как производится, потому что очень мало воды. Хотя... посмотрим. Короче, этого пацаненка тоже надо где-то запарковать. И я думаю, что самое место ему будет вот здесь. И нормально, и пойдет вообще. Да? Пойдет. Далее, друзья, мы перемещаемся к нашему магазину стройматериалов, где мы купим палеты. Надо 4000 литров этих самых палетов, и, в общем-то, давайте мы их здесь закажем себе. Палеты. Добавим именно 4000 литров, потому что больше нам не надо, и покупаем. Да, сейчас оно нам выгрузится. Надо немножко подождать. У нас тут доски вон зачем-то лежат. Да, которые я случайно когда-то купил. Они нам тоже когда-нибудь да пригодятся, поэтому пускай лежат. Эй, работяги, давайте выгружайте уже этот самый. Палеты мои, которые я заказал. Где палеты? Ну, о, готово. Вот они. Сейчас их надо выгрузить. Прикольная система на самом деле. Ну, то есть как прикольная? Нормально реализовано, то есть... насколько это было возможно в глобале это сделать. В общем-то, эти палетики нам нужно перевести. Два получается. Для этого у нас есть вот такой вот газ с тентом. Я не знаю, как он тут снимается. Должен сниматься. Да, есть такая штука, как открыть крышу. Я думаю, мы автоподбором уже пользоваться не будем. Мы просто их сюда закинем, потому что Вася сильный.
потому что Вася ест кашу по утрам, в отличие от некоторых. Так, раз, и второй тоже закидываем. Два. Плохо. Вот так вот стоят. Нормально. Садимся. Привязываем это все дело ремнями. Закрываем крышу. И, в общем-то, можно ехать на пивзавод. Но предварительно мы заедем еще в одно место. А нет, друзья, обманул. Не поедем сначала в другое место. Большие круги давать тогда получается потом отдельно. Я думал сначала заехать еще за рабочими. Захватить с собой второго газона. Ну, ладно, видимо, не судьба. Итак, куда нам надо выгружать палеты? Скорее всего, с обратной стороны. Что-то мне подсказывает. Может быть, они, кстати, разгрузятся прям так, если заехать. Не разгружаются. А если ремни отстегнуть? И даже так оно не разгружается. А если крышку снять, все равно не разгружается. Ладно. Не, я просто не знаю, может быть, не в этом месте, но мне кажется, это самое логичное место было бы, чтобы сюда палеты. Да, место это я угадал, но надо вручную. А зря. Хорошо, один поддончик есть у нас. Давайте выгрузим второй. И, соответственно, газона куда-нибудь отгоним тоже, чтобы он нам не мешал в будущем. Хотя нам только рабочих осталось. Рабочие, я так понимаю, вот здесь вот впереди на фабрике выгружаются, поэтому можно его даже, в принципе, вот сюда вот прокануть, и он тоже никому не будет мешать. Но, по крайней мере, не должен. Ну и последнее, друзья, нам нужно забрать работяг, и вроде как здесь, да, здесь вот есть остановочка у нас, прям недалеко от пивзавода, кстати. Мне кажется, им пешком можно было бы сюда дойти и не париться. Мы, в общем-то, в этот газон, опять-таки, загружаем всех работников, которые у нас есть на этой остановке, и когда десяток уставших наберется, мы сюда их выгрузим. Все, давайте, грузитесь, будете теперь жить в грузовике. Я думаю, вы всю жизнь об этом мечтали. Нормально, все, погнали. Сколько-то троих, по-моему, надо, да? Останется 7, это хорошо. Будет еще куда отвезти. Можно будет, опять-таки, в следующий раз обновить на карьере. На всех это еще минус 5 уйдет. Да и на пивзаводе в следующий раз еще 3 уйдет. Видимо, да, работников надо до хрена. Не так уж их тут на карте и много. Их на карте всего 30 штук можно использовать максимально. Так, заруливаем. И вот сюда вот их надо высыпать. Да, угадал. Ну это в принципе логично было. Все, пацаны пошли работать. 3500 у нас осталось. Запаркуем вот этого вот. Давайте, короче, пускай они отходы не уходят. Интересно, кстати, быстро они будут копиться, эти отходы или нет. 1000 литров в час у нас идет производство. Это, я бы сказал, не очень быстро. Хотя, причем 1000 литров это, наверное, всего. И отходы в это входят, и квас, и бочковое пиво, и пиво. То есть, ну, прям совсем не быстро это все дело будет происходить. Но по ресурсам все есть, и это очень хорошо. Ну и, друзья, по прошествии времени у нас будут, соответственно, появляться вот такие вот поддоны с пивчанским. Жигулевская, мать его. Короче, вот такие вот бутылочки, их мы сможем возить, я так понимаю, на экспорт, то есть на вокзал, продавать куда-то туда. Также у нас вот в этой самой бочке появляется пиво и квас разливное, которое с помощью вот нашего вот этого трактора, бочки его, надо будет возить в два города на продажу, там, где стоит вот эта вот пивная лавка на улице. Насколько я понимаю, продаваться это все будет именно там. Да, кстати, кто не знает, чтобы его начать загружать, надо вот эту трубу отодвинуть, я не знаю на какую кнопку, если честно. Я на геймпаде играю, это у меня кнопка B. То же самое, кстати, с отходами происходит. Чтобы отходы забирать, тоже там надо куда-то забраться. Я точно не помню. Мне сюда нельзя забраться? Да, можно сюда забраться. Короче, как-то это делается. Мне сейчас впадло. Вот, пивасик, в общем-то, у нас есть. Мы один ящик отвезем на базу, наверное, чтобы он у нас там стоял. Не знаю зачем, но так, мы же любим антураж, да? Еще и как. Проведем также стримец, забьем эти самые все производства. И, друзья, чтобы его не пропустить, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, можете вступить в группу ВКонтакте или присоединиться к нашему серверу в Дискорде. Не забывайте также про лайки, их должно быть прям дохренище, чтобы я был счастлив. Ну и пишите ваши комментарии, что вы думаете по поводу всего происходящего. И можете попробовать угадать, чем же мы будем заниматься в следующий раз. На этом, друзья, я с вами прощаюсь. Всем огромное спасибо за просмотр. С вами был Никита Дилей. Всем всего доброго. Пока-пока.